Так, ну поскольку в полку Юрок прибыла, и это теперь уже такая неразбериха, которая реально начинает напоминать по концепту Цубасочку, мы сейчас займемся другими вещами, а именно я накопила 900 тысяч, и сейчас они улетят в трубу разом все 900 на постройку бакалейного погреба. Я копила очень долго и мучительно. И он даже сюда влезает, why not? А вот, в общем, строим. Будет у нас колбаса и много что еще свое. Сейчас сюда прибегут строители. И начнется стройка. Может быть, это не самое лучшее место, конечно, ему разместить. Места тут полно у меня. Можно куда-нибудь еще его вынести. Сюда, например. Ладно, пускай сюда лучше. Да, вот так. Вон бегут строители. В общем, исторический момент. Денег нет, зато склад разгрузили от инструмента от лишнего. Теперь снова копить деньги на какую-нибудь следующую постройку. А это у нас сегодня большой шаг вперед. Ну и это видео очень короткое, потому что здесь особо размусоливать нечего. Продолжаем вертеться как можем. С Наборотанус вместе. По мере сил, по мере возможностей. У меня, наверное, был... Если бы не вот эта игрушка, у меня бы, наверное, с Кристорией был сегодня нервный срыв. Но поскольку мне надо думать о том, чем накормить коров, и чем бить монстров на гонке драконов, обошлось без нервных срывов. Пока я не рискну ничего лишнего говорить про части лора, потому что там концепт вы уже поняли такой, что держится не семеро Юрок, а одна Юрия. Это уже не смешно. Вообще ни разу. Не представляете, как он надоел. Потому что он нестабильный. Сами видите. Так, ладно, рекламу я буду смотреть в офлайне. Рекламу я буду смотреть в офлайне. Всем спасибо за внимание.